Павлов Андрей Сергеевич, руководитель Красноярской федерации тэквондо. Ну, тэквондо в далеком 96-м году первый раз пришел в зал, с этого времени я здесь. Именно в этой федерации мы недавно, вот. Но здесь на высоком уровне организация, организация мероприятий, организация работы, работы в регионах, работы с учениками. И федерация прогрессирует, растет, развивается. Это, конечно, ну, очень большой показатель, очень хороший показатель для того, чтобы быть в этой федерации и тоже развиваться вместе с ней. В нашем регионе, нашей федерации, порядка 600 человек занимается тэквондо. Очень серьезно. Пожелать, чтобы не останавливались, чтобы росли, чтобы развивались, ездили на соревнования, проводили у себя в регионах соревнования. То есть, ну, двигались вперед, только вперед.